Всем привет, друзья! В этом видео мы продолжим знакомиться с вами с танками Чехословакии, и сегодня у нас тяжик 9 уровня ТНХ-ТВЗ-51. Традиционно посмотрим на него в ангаре, обсудим пару моментов и в бою обговорим все остальное сразу же после очень клевой рекламной интеграции. В мире мобильных игр пополнения совсем недавно, буквально вот только что, запустилась новая игра «Мех Арена», краткая суть которой — это играть за роботов и убивать других таких же роботов, которыми управляют реальные игроки. По дороге нужно захватывать точки на разных картах, ну и такое все. Разработчики утверждают, что здесь все зависит от вашего скилла. Я сам проверял, действительно очень интересно играть, особенно если ты комбинируешь всякие обилки своих мехов вместе с их разными оружиями и в нужное время. Все пушки, все мехи и скины, все они добываются в игре. Их можно прокачивать, их можно покупать за игровую валюту, наигрывая бои и совершенствуя свои навыки. Заметьте, как прикольно использовать можно не только пушки, но и специальную обилку «Таран» на этом мехе. Он вообще офигенно добивает с большим-большим уроном, когда совсем пустые боекомплекты. Мех Арена только что запустилась, и в начале августа у них был хороший ивент, и он, я уверен, не последний. Обязательно ждите в будущем чего-нибудь подобного крутого. Ну а также, поскольку игра совершенно бесплатная на Android и на iOS, то по моей ссылке в описании или QR-код на экране вы можете получить черный карбоновый скин, 300 акоинов и 50 тысяч кредитов, чтобы помочь вам начать игру. Кликайте по ссылке в описании и присоединяйтесь. Итак, вот он, 9 уровень. Чем он отличается от 8-го? Тем, что он чувствуется уже серьезным танком. Не каким-то посмешищем с маленькой альфой и странной сущностью, а вот по-настоящему танк мужика. А что я имею в виду? Разовый урон у него уже подрастает. Если на 7-м уровне этой ветки он еще неплохой, 320, на 8-м уровне он почему-то такой же тоже, 320, и для 8-го это очень мало, а здесь 440. Не то чтобы это было тоже много, но это стандартный урон для многих танков 9 уровня, и он ничем не примечателен. У танка для обеих пушек есть бронебойные и подкалиберные снаряды, и, к счастью, для обеих пушек и барабанные, и цикличные это одни и те же снаряды. Именно одни и те же, с одним и тем же названием. И поэтому, когда вы пушки будете менять и пробовать или ту, или эту, снаряды подойдут. Не нужно, в отличие от 8 уровня, где это какая-то ошибка 100%, покупать отдельный набор боеприпасов. Они подойдут. То есть вы можете экспериментировать без, ну скажем, затрат по серебру, потому что иногда ты экспериментируешься и выберешь для себя что-нибудь одно, а потом спрашиваешь, а зачем я покупал тогда для другой пушки, если она мне не подошла, не понравилась. Здесь такого нет, и это прекрасно. Здесь, наверное, так и должно быть. Бронебойные пробивают 252 мм, подколы Галда 294, отлично. Вопросов к ним нет. Скорость полета, правда, не сверхбольшая, но для тяжа это этого достаточно, да и вообще слава богу, что подкалиберы. Фугасы обычные, обсуждать здесь особенного нечего. Пушка вниз склоняется, кстати, все хуже и хуже. Уже на 7 градусов в этой ветке она что-то как-то не сильно гнется вниз. Ну и что еще нужно обсудить? Давайте мы посмотрим на два орудия, которые нужно будет использовать вам и выбрать, какое вам больше всего нравится. Я не знаю, какое вам больше всего понравится, потому что на вкус и цвет фломастеры разные, но если вдруг обратите внимание на важный параметры, то все станет на свои места. Урон в минуту с барабанной пушки суммарный получается небольшой, 1790, а с цикличной 2200. Вообще, более подробно и развернуто мы это в бою уже проговорим, но просто чтобы у вас перед глазами или хотя бы, не знаю, в памяти остались цифры, по точности тоже тут большая разница, 0.36 и 0.4, и 2.5 против 2.7. Иными словами, короче, эта пушка, она танк делает абсолютно обычным, но сверхэффективным, точнее эффективным, как любой другой нормальный тяж 9 уровня. А здесь постоянно компромиссы, ну об этом в бою. Ну и последнее, чтобы дважды не вставать, два снаряда в нашей барабанной пушке, 2,5 секунды КД между выстрелами и 27 секунд полная перезарядка. По оборудованию небольшие вопросы имеются. У танка хоть и есть орудие цикличное, но досылатель для него не предусмотрен. Видимо, там, где барабанные орудия имеют место быть, разработчики в этой игре не смогли реализовать, наверное, технически установку досылателя. Поэтому, что здесь ставить, на мой взгляд, даже выбрать не из чего. Потому что с хорошим красным вентилятором и пайком обзор получается, ну, плюс-минус хорошим. И я даже не вижу смысла ставить здесь оптику или еще чего-то. Закалку, стаб и вентиль. Было бы отлично.
Что у нас по броне? Броня вполне себе стандартная для любого такого среднекрепкого тяжика 9 уровня. ВЛД 130, где приведенных 308, нижний бронелист пробивается всеми, оно и понятно. Но и лоб башни у нас оснащается вот такими вот чудесными полукруглыми экранчиками. И они очень даже, наверное, чего-то танчат, ну точнее в башню его не пробивают, так что ты это заметил. Лючок выцеливают, там брони немного, но к счастью он не такой большой, как для других танков мог бы быть. И, так сказать, он, ну, не сам. Самый уязвимый. Хотя да, кто знает, в упор выстрелит всегда. Еще нужно помнить о небольшом моменте. Это вот орудие у танка в башне выдается, и здесь брони мало. То есть он башню отвернул, вместо того, чтобы выцеливать вот сюда вот и пытаться пробивать сложное, можно просто дать ему подмасочку, и будет урон здесь. Помните об этом тоже. Борта обычные, 80 мм, как они на всей этой ветке так и остаются. Особо ими протанковать что-то не получается. Но это и не про этот танк. Он не про танкование бортами, он про быструю активную игру на неждане. Вначале пару кадров про пушку с двумя зарядами в барабане. Собственно, она понятно для чего нужна. То есть ты испытываешь легкую радость, когда ты поймал кого-нибудь на каточек и через 2,5 секунды отправляешь ему еще одну. Бац-бац, и уже у тебя почти там 900 урона нанесено, и радуешься. Но потом уходишь в долгое и глухое КД. А если кто-нибудь покажется прямо сейчас, или допустим ты одну из них не пробил, то здесь уже, конечно, куча вопросов. Следующая демонстрация не очень хорошей работы пушки на два снаряда, это когда тебе нужен урон в минуту. Ну да, ты выходишь, даешь две первых и такой радостный, потирая ручки, на, получи на 900, сейчас я тебя доберу. Но потом понимаешь, что ты не успеваешь зарядиться. А если бы ты с циклички подошел, ты бы дал, наверное, одним подколом, потом бы второй подгрузил фугасик, и еще бы ее встретил при фаер, она бы, возможно, не была бы такая активная и прямо... Ну, я не знаю, не бежала бы на меня, а так видите, что получается? То есть мы имеем какое-то преимущество, ты ради него упарываешься, а получаешь по зубам. И потому, попробовав и то орудие, и другое, я пришел к железобетонному выводу для себя. Самое лучшее и единственно правильное здесь из всех двух вариантов, это пушка с цикличным заряжанием. Не удивлю вас, тут, в общем... Моментов довольно много, с которых стоило бы начать. Первый, это, конечно, важно, это урон в минуту, и это твоя, ну не то чтобы всегда готовность стрелять, но ты не беспокоишься о постоянной мысли о том, что один снаряд отстрелял, врагов пока нет. Нажимать на КД или нет? 25 секунд ведь, не 10, не 5 секунд, да? Это целых 25. За это что угодно может произойти, и враг покажется, каточки все подставят, а ты нажал на КД. То есть один промазал, второй не выстрелил и заряжаешься. И лишаешь себя кучи возможностей вести огонь тогда, когда показывается враг. Иногда бывает ситуация наоборот, когда все светятся, ты знаешь, где кто стоит, ты из-за угла вышел, получил, допустим, одну, дал две, и это выгодный размен, да-да-да, но это ситуация, которая возникает, скорее всего, в сферическом вакууме, и в большинстве случаев в боях вы будете видеть ситуацию именно противоположную, где кто-нибудь один раз пикает, ты ему даешь, он откатывает, и ты с одной пулькой в барабане размышляешь. Короче говоря, в этом бою, если бы вот вы вместе со мной постарались представлять, если бы я играл здесь на барабанной пушке, то вы удивитесь, сколько бы я здесь недонастрелял, недоделал. И это, ну, невозможно не заметить, потому что это понятно. Другой момент, то что кажется, что ну а нахера тогда эта ветка нужна вообще? Ведь самая главная ее фишка это чертов этот барабан. А здесь, друзья мои дорогие, вопрос именно к разработчикам. Разработчики посчитали, что наличие уже барабана на два снаряда это преимущество. Поэтому они взяли и зарезали показатель точности, ДПМа, зарезали показатель сведения и вообще все на свете. Ну то есть, типа, барабан это уже хорошо, получаешь штраф, чтобы ты не имбовал. Для этого специально мы делаем альтернативное орудие, если тебе эта тема не понравилась. Но она на самом деле вменяемым танкистам понравится и не может по определению, по вышеназванным причинам. Другой момент, конечно, если я бы играл на стриме, и нужно было вау, танк какой-нибудь, чтобы произвести впечатление, чтобы два снаряда показать, как это круто, и все-все-все, это да, шоу-танк. Но когда ты играешь на результат, на протяжении длительного времени, прокачиваешь, например, эту ветку, и т.д. и т.п., то тебе, ну, все это до фонаря как бы. Тебе нужно от танка максимальную эффективность, чтобы он как остро заточенный нож всегда был готов кого-то резать. И это вот резать, это именно про цикличное орудие. Простая ситуация с карпом. Чтобы его убить, мне нужно в него отправить 3 снаряда. Если бы я с барабанной пушки стрелял бы, я, возможно, в него 2 бы отправил. А третий?
А вопрос в другом. А был бы я готов, потому что прежде чем скоро подсветился, я ж там с этим ИСом третьим немножко закусился. Я в него не выстрелил. И появился скорб. И здесь я бы с барабаном смотрел бы на него, смотрел, а он бы в меня стрелял целых два раза, а потом бы еще и бесплатно уехал. А так, я даю ему один раз на развороте, второй раз, как только он там откадышился сам и решил дальше пикать, ну и третий похоронный. То есть я его под белые рученьки уношу именно и только благодаря тому, что у меня стоит нормальное цикличное орудие. И я даже более того хочу сказать, по моему мнению, а я могу ошибаться, наличие барабанной пушки у танка это не такое уж прям и сверхпреимущество. Это просто фишечка. То есть фишечку можно хорошо использовать, а можно с ней обжечься и не использовать ее вовсе. И когда разработчики решают, что барабан это железобетонно лучше, чем его отсутствие, ну для многих танков так и есть, конечно, но в этом случае не совсем все так, то они зачем-то его нерфят. Ну в смысле пушку с этим барабаном. Нерфят точность, ДПМ и сведение. По их мнению, чтобы он не нагибал совсем, да, вот такая вот тема. Но на самом деле здесь правда в том, что барабан, как я уже сказал, это с одной стороны плюс, а с другой минус. Потому что плюс, когда ты вышел и дал две и ушел. Дал-дал ушел. В лучших традициях. Но бывает такое, ты одну выстрелил, а врагов вокруг опять же нету. И они вот как сейчас откуда-то стреляют. Я одну заблайндил, одну туда, другую сюда. Вообще, кстати, на барабанной пушке я уже забыл, что такое поблайндить. Потому что тебе нужно быть готовым, когда враг точно подсветится. Если ты отстреляешь в воздух, все, там вряд ли кто-то попадется под твои снаряды, и ты, возможно, и будешь совсем неэффективен. Так что, на мой взгляд, конечно, разрабы здесь точно переели своей минской травы, и надо было точно сделать ему те же самые ТТХ для цикличной и барабанной, и дав игроку выбор не в том, что одна плохая, другая хорошая, а в том, что они реально разные. Одна вот такая, а другая вот такая, а все остальное у них одинаковое. Было бы тогда годно, и тогда мы, наверное, о чем-то другом поговорили полвидео, нежели чем об этом. Но поскольку здесь я для вас уже все свои доводы произнес, и наверняка, и возможно, вы во многом со мной согласитесь, продолжаем дальше. Что еще у машины есть хорошего? У нас, в отличие от 8 уровня, который совсем был не быстрым танком, появляется наконец максимальная скорость. Мы теперь ездим 50 км в час вперед и 15 назад. Удельной мощности, правда, не очень много, но достаточно. Получается 14,4 лошади на тонну. То есть это, ну, чуть медленнее таких средних танков. Средне-средних танков, не самых быстрых из их представителей. То есть это вполне себе, как тот же самый многими, мною в том числе любимый Т-10 или ВЗ-1.4 китайский, он очень похож. Немаленькая альфа, хорошая броня, крепкая башня и вот такие вот хлесткие снаряды с альфой 440. Подобные танки я просто обожаю, потому что они идеально подходят мне как, ну, неплохо играющему, скажем так, танкисту, потому что они быстрые. Относительно быстрое, конечно, и в случае необходимости ты резко меняешь направление, перестраиваешься в правильную точку. Например, как вот я сейчас здесь стою, это реально решающая была перекатка, потому как здесь я контрю просто все выезды врагов и всех их так или иначе здесь могу остановить без, ну, арты вражеской нету, поэтому здесь никто не закинет. А выцелить мою комбашенку небольшую, я вам показывал, она реально маленькая, у врагов почти шансов никаких. И поэтому я здесь занимаю позицию и ломаю налево и направо все вражеские кабины. Ну и последнее, прежде чем приступить к выводам, по этому танку могу сказать вот что. Действительно прикольно, что в этой ветке они по удовольствию набирают. Так, по идее, и должно быть. Когда не так, то ты задаешь вопрос, а зачем надо прокачивать? А здесь именно так. Семерка на этой ветке была, ну, туда-сюда, кактус, можно его продавать смело, как прокачал. Восьмерку тоже любить не за что и оставлять смысла нет, танк абсолютно заурядный. А вот девятка, да, она уже по-настоящему с мужским хорошим уроном, с нормальной броней и мобильностью. И я даже вам больше скажу, если, допустим, у вас экономика танковая устроена таким образом, что вы выбираете, с какого танка качать эту ветку, допустим, есть свободный опыт или что-нибудь в этом духе, то могу вам порекомендовать пропустить 8 и 7 уровень. И на 9 именно остановиться и его проесть полностью от начала до конца. Не спешить в погоню за 10, потому что она тоже наверняка хорошенькая. О ней мы поговорили уже с тестового сервера. Я пока сам на основе, на боевых еще ее не катал. Но покатаем, еще не вечер, пока речь про 9 уровень. А вот про него могу сказать, что он точно вас не разочарует и даст, ну, те самые возможные эмоции от танков, когда ты вроде бы даже и танкуешь. Видите, в этом бою 4000 танковал. Не потому что, наверное, больше танка, потому что, ну, хорошо стоял, правильно делал.
А с другой стороны, а куда им пробивать меня в башню? Пока до сих пор, кстати, эта ветка еще с небольшим флером новизны, и по этой причине не каждый, ну так, легко знает, куда выцеливать. Да? Они пытаются даже в скосы башни пробивать, но он даже от защитника отскакивает его под калиберы, на секундочку. Ну и в качестве вывода, друзья, собственно, этот танк очень сильно рекомендуется к прокачке. В нем нет никаких плохих качеств, которые можно было бы обозначить, кроме наличия его барабанного орудия. Из-за этого орудия и его наличия вы будете думать, что вы что-то не понимаете, когда будете играть на цикличке. Или наоборот, когда будете играть на цикличной пушке, будете думать, а на барабане бы я вот сейчас бы две дал, а на барабане бы я то, на барабане бы я сё. Но нужно понимать, что здесь танк нужно, как бы сказать, сжать зубы и терпеть. Терпеть эти вот эмоции, что было бы барабан, было бы... Нет, это все полная фигня. Самое главное, что нужно понять, если вам нужно ехать, а не шашечки, тогда вам нужно цикличную пушку. А если вам ехать не обязательно, а просто нужно, чтобы были шашечки, ну такая поговорка про такси, то в этом случае для вас, конечно, подойдет вполне себе пушка и с барабаном, потому что пофиг. Но в конце я так мечтал о Редли Уолтерсе, бой такой был хороший, но приехало несчастное чучело на союзнике, дало урон, это его 700-й урон, нанесенный в бою, и забирает мою медальку пес. Ну, бог ему судья. Тем временем бой заканчивается, 6,5 настрелял, еще бы стрелял, врагов бы только подвозили, кайф несусветный. Очень понравился танк, всем советую его попробовать. А если вам понравилось видео, так же, как мне понравился танк, то обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и оставляйте комментарий. И еще важно, многие замечают, что у вас пропала подписка с канала, ютубчик там что-то вроде бы как сам откручивает. Не знаю, правда это или нет, проверьте. Если вы на канал были подписаны, то осталась ли у вас подписка, если нет, то подпишитесь. В конце концов, это бесплатно. Это все. Всем любви, здоровья, счастья. До новых встреч. Пока-пока.